Во второй раз в Саранске активная молодежь соберется на межрегиональном мордовском форуме. Организаторы намерены создать платформу для дискуссии на тему актуальных проблем. Главная цель – обсудить вопросы сохранения языка и традиций Мордовии, чтобы младшее поколение продолжало развивать национальную культуру республики и формировать интерес к ней. Мы заставляем задуматься молодежь, как нам жить дальше, чем мы придем завтра, например. А проблем много. И в образовании. У нас не хватает такой кадровый голод, не хватает очень кадров и в журналистике, и учителей не хватает в школах. В этом году форум состоится 16 и 17 ноября на базе МГУ имени Огарева и Пушкинского зала. Первая часть пройдет в формате «Диалог на равных». Студенты, журналисты, деятели культуры и преподаватели смогут выступить с насущными темами. Далее откроются различные секции. Молодежные инициативы расскажут, какие проекты сейчас находятся в разработке. И в заключении собрания участники предложат пути решения наиболее важных проблем. На форум приедут по 2-3 человека со всех районов Мордовии и соседей. Регионов Чуваши, Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Саратовской областей. Мы связались с университетом и педуниверситетом, с преподавателями, ищем там, среди студентов. Они нам дали свои списки. Ну и, конечно, мы сами видим уже тех людей, которые постоянно с нами, которые работают, они видны. Мы их всех приглашаем. Ксения Бебинова, Александр Зюзяев. Наши новости.